Здравствуйте, мои дорогие. Меня все еще зовут Сергей Немчинский, и сегодня мы с вами обсуждаем очень необычную тему. Моя компания FoxMinded участвует в благотворительном отборе людей, которые хотят научиться быть программистами. А детально об этом расскажет Эд Водопьянов, который, в общем-то, это все и организовывает. Эд, скажи привет. Да, привет, ребят. Да, действительно, мы проводим сейчас грант-фонд на общую стоимость в 20 тысяч долларов и хотим обучить 44 человека бесплатно IT-профессиям. То есть мы оплачиваем обучение таким IT-профессиям, как Java-разработчик, который вот обучать будет школа Сергея FoxMinded, фронт-энд-разработка и веб-дизайн. Собственно, почему мы это делаем, я расскажу немножко попозже, но в целом, на самом деле, это очень крутой, уникальный шанс для того, чтобы мы оплатили ваше обучение в самых классных школах, которые сейчас, в принципе, в одних из самых классных школ, которые сейчас есть на рынке. Хорошо. Расскажи, откуда появилась такая идея, в общем-то, вложиться в благотворительность и сделать так, чтобы люди получили профессию за твой счет? Да, это на самом деле действительно за мой счет, лично за мой, там, не компании. Это довольно длинная история тянулась. Рассказывай. Да. В общем, в 2019 году я поехал в Америку. Это была моя давняя мечта. Я все детство провел там, с мыслями об Америке. И вот мне 26 лет, я еду в Америку. Приезжаю туда, еду в долину целенаправленно для того, чтобы там, познакомиться с Америкой и, в принципе, со стартаперской движухой ознакомиться, потому что, в принципе, в Америке много стартаперской движухи, да. И, собственно, у меня была мечта попасть сюда и посмотреть, как работают стартапы там. Вот. И, собственно, провел там полтора месяца, и за это время я увидел, как сильно развивается видеоконтент, насколько там сильны инфлюенс-блогеры, которые там, в IT, в принципе, во всех других тематиках. И я понял, что, в принципе, это как необходимый канал, который нужно развивать, и на нашем пространстве, на русскоязычном, украиноязычном пространстве практически нет никакой информации. Вот, и, в общем, я все время иду на какие-то авантюры, вот, если вижу, что она хорошая. И я посещаю конференцию, которая была в Лос-Анджелесе, и тут понимаю, что мне вот срочно нужно создавать свой канал, если не сейчас, то никогда больше. И для того, чтобы себя замотивировать каким-то образом, я выхожу на сцене с Евгением Черняком, это вот самый крупный бизнес-блогер, кстати, вот, который есть по бизнесу, я думаю, что много кто его знает. Окей, продолжай. Слышал о нем, кстати? Конечно. Да, кто же о нем не знает? Да-да-да, вот он очень такой известный сейчас. И попросил его, говорит, можете мне помочь, я хочу задекларировать, что я через год сделаю самый большой канал в IT-предпринимательстве, а если этого не будет, то я дам свою машину на благотворительность. Идея эта мне очень понравилась, вот, и, естественно, когда ты это говоришь, что ты когда-то там потом должен дать свою машину на благотворительность, ну, а как бы живешь ты здесь и сейчас, да, то есть, вот. Ну, и в итоге я делаю эту декларацию, приезжаю, возвращаюсь домой и, собственно, начинаю сразу работать над YouTube-каналом. Вот, в принципе, сказать, что я был вот 100% уверен, что у меня будет самый большой канал, то нет. То есть я это делал, наверное, для того, чтобы себя больше замотивировать и сделать такой интересный челлендж для себя. Самое главное, что если бы ты взял не год, а немножко больше срок, может быть, даже это и выстрелило. Но в YouTube год это слишком мало. В YouTube год слишком мало, а говорить там на 3 года, допустим, там на 4, ну, как-то вот нету каких-то ограниченных сроков, то, вот, и ты, в принципе, можешь идти там снимать видео, идти по какому-то пути, не имея дедлайна, ты, в принципе, можешь не осознавать своих ошибок и говорить, что у меня еще очень много времени. Когда у тебя ограничено время, я думаю, что в разработке, в принципе, то же самое, то ты, в принципе, начинаешь двигаться вот как раз-таки ближе всего к дедлайну, ты начинаешь быстрее всего двигаться. Призываешь панического монстра, короче. Да, это 100%. Вот панический монстр, он возник, наверное, возник, ну, реально там за 3 месяца до конца дедлайна, когда я, в принципе, понимаю, что у меня было там 1500 человек на канале, вот, ну, уже было много видео было, но людей было немного. Кстати, напоминаю, канал называется IT на миллиард, да? Да, IT на миллиард, вот, созданный он был в Америке, да, поэтому и на миллиард. Вот, как-то так. Ну, и, собственно, в этом, собственно, идея. Пришел дедлайн, прошел один год, это было 30 октября 2020 года, уже как закончил дедлайн. И, естественно, у меня не самый большой канал был к этому моменту. И, собственно, вот сейчас уже прошло чуть больше года, и мы сделали грант, я продаю свой автомобиль. И что за автомобиль, расскажи? BMW 528. Кстати, блин, я настолько люблю свою машину, и в тот момент, когда уже подошел дедлайн, я понимаю, что вот я на ней сейчас еду, и мне нужно ее продавать. А вот продавать ее, ну вот,
прямо вообще никак не собирался, потому что это моя любовь, это практически как моя девушка, как моя жена, не знаю, я с ней столько времени провожу, столько было прикольных событий, и я, блин, так расстроен был, серьезно. С одной стороны, я понимаю, что это, ну, как бы даром не придет, я их не на мусорку выкинул, да, эти деньги, но с другой стороны, я понимаю, что, блин, меня сейчас его не станет, и вот такой машины уверен, вообще не понимаю, как ты на это решился, честно. Ну, это авантюры все время меня вовлекают, какие-то интересные события. Ну, окей, надеюсь, что все получится хорошо. Окей, значит, давай я расскажу про твой немножко конкурс, ты дополнишь потом. Да, значит, у нас что нужно для того, чтобы поучаствовать в конкурсе на получение гранта от ЭДА? В первую очередь, письменная заявка с мотивацией обучения. Если вы сделаете не письменную заявку, а видео о себе, то это повысит шанс на получение гранта. Отбор будет проходить два этапа. Выбор лучших кандидатов на основе мотивационного письма и интервью с претендентами в режиме онлайн. Всего получит грант 44 человека. И в процессе будут выбраны трое студентов для участия в YouTube реалити-шоу. Ты об этом подробнее расскажешь. Да. В основу ляжет их обучение одной из трех профессий и трудоустройстве в IT-компании. Подходишь под критерии, хочешь войти в YouTube, оставляй заявку по ссылке под видео. Рассказывай. Да, мы изначально думали, как сделать. Обучить школьников, обучить студентов, или в принципе вообще всех. Остановились на том, что мы будем обучать студентов изначально, но сейчас мы в принципе понимаем, что, наверное, все-таки стоит более расширить круг, потому что есть очень много крутых людей из вичеров, которые там меняют свою профессию уже там в более осознанном возрасте, поэтому в принципе мы будем расширять сейчас горизонт тех людей, которых мы будем отбирать. Такой момент еще, вот, то есть да, вам нужно заполнить заявку по факту, и желательно, это не обязательно, но желательно записать еще видео о себе, там будет отдельное поле в графе с заявкой, чтобы мы просто поняли, там, что вы адекватный человек, что, ну, потому что на самом деле вот любителей хлябы много, но тех людей, которые готовы там хоть как-то, хоть что-то сделать для того, чтобы что-то получить в своей жизни, их, к сожалению, намного меньше, поэтому я не говорю, что человек, который не записал видео, он неадекватный, ни в коем случае, но если видео есть, то нам это проще понять. Поэтому мы просим людей желательно записать видео, если нет, если не хотите записывать видео, некоторые люди боятся камеру, например, как я, когда начинал снимать YouTube канал, и вообще не мог разговаривать с камерой, серьезно. Это нормально. Но ворвался в ужасную авантюру для себя после того, как я начал снимать канал, я понял, что вот камера не мое, ну прям вообще, я начал брать телефон просто записывать видео, и это было максимально сложно. У меня был даже в телефоне, я хочу записать видео какое-то, начинаю листать количество дублей, думаю, боже, что происходит, неужели я какой-то отстал, и почему так много дублей. Вот, но это на самом деле дело привычки, запишите видео, и тогда будет, в принципе, все яснее. Вот, Сергей еще сказал по поводу шоу, которое будет проходить. Да, расскажи. Да, то есть мы решили сделать небольшое шоу, для реалити-шоу, вернее, снимать процесс обучения каждого из студентов по каждому из трех профессий и делать монтаж и выкладывать на нашем YouTube-канале, на канале IT на миллиард, чтобы показать, собственно, процесс обучения, становления и получения профессии в IT-компании, вот реально как это происходит. То есть у нас не будет никаких постанов, мы не будем рассказывать, что это супер легко получить профессию, да, то есть супер легко делать домашние задания. Нет, мы сами, да, хотим посмотреть на то, каким образом человек берет и обучается профессии, получает новую профессию, трудоустраивается. Мы будем всячески пытаться помогать. И, собственно, будем фиксировать это все на видео и выкладывать на нашем канале. Я тебя хотел добавить, кстати, коллеги, обратите внимание, что достаточно сложно будет учиться, да, поэтому оцените как следует свои возможности, свое мотивацию, свое желание и свои возможности просто по времени хотя бы для этой учебы. Иначе эдовский автомобиль пойдет никуда, понимаете, будет обидно. А так и не занимайте место тех людей, которые очень хотят. Как минимум, я вас очень сильно прошу быть ответственным в таком выборе и серьезно подойти к процессу учебы. И учиться будет очень сложно, это я вам точно обещаю. Ну, чем сложнее учиться, тем интереснее будет реалити-шоу. И результат. Да. И результат, кстати, тоже, да. Вот, кстати, как ты думаешь, вот там за 8 месяцев, вот то, что человек будет там обучаться, 6-8 месяцев, да? Да, вполне. Крутой будет специалист. Ну, будет очень крутой специалист. Mm-hmm. Ну, если он будет учиться, все просто. Ну что ж, подписывайтесь, ставьте лайки и подавайте заявку на грант на обучение. Да, ссылку на грант оставим под этим видео. Да.
Да. Все, люблю вас. Пока. Да, всем спасибо, пока.